Я вот смотрела, уже 6 автобусов уехали, сейчас 7 утра с китайскими туристами. И вот опять подошло 2. Вот сколько их много сюда привозят отдыхать. Раз идет, группа идет, и показывают, куда идти. Сегодня не хотят уезжать, их зовут, а они не хотят уезжать. И все, охота. Ну вот пришла я, наконец-то добралась до Маньчжурии, а то в подвале была, а там, где вещи нет, вот сейчас вам покажу. Вот сейчас это третий этаж. Что на третьем этаже? Здесь пусто, тут пусто. Значит, мы идем с вами, третий этаж, торговый центр Маньчжурия, поворачиваем на второй. В связи с тем, что еще может быть 10 утра, или они не работают, скорее всего, вот полностью. Вот это третий этаж. Здесь был отдел спортивный, все завалено, все закрыто, какие-то склады, спортивные костюмы старые фасоны. Переходим на ту сторону от эскалатора, если что интересное вдруг увидим. Спят, может быть, еще спят. Так. Ну вот, пошли. Все закрыто. Я раньше здесь детские вещи брала. Так, это время получается у нас сейчас без 10:09 по-китайски. Может быть, спят. Так. Ну, дошли практически до конца. Второй ряд. Костюмы новогодние. Надо? Надо. Что ты мои губки тянешь? Это старый друг, еще с торговой зоны работали. Здрасте, как дела? Ты один, видно, работаешь? Все закрыты? Все закрыты. А не работаешь же, куда девать-то? Так. Детская. Все спят еще. Сказали у Ины, что еще рано. Лена рано пришла. 9 утра, рано спят. Я что тут не сплю, что дома. Здравствуйте. Здрасте. Ага. Да так, по чуть-чуть. У тебя как? Ну хорошо. Вот сюда приходите, у него все-все есть. Лампочки, все электрическое. Вот садовые фонари. Так. А вот тут цветы. Здравствуйте. Цветы нужно, но уже веса нету. Магазин, если вам нужны цветы, вот. Третий этаж, предпоследняя лавка, номер 168. А не надо, я записала. Спасибо. Ой, большие цветы, да? А цена? Ой, какие красивые. Цветов очень много, цены оптовые. А с нашими, по крайней мере, несравнимы. Да. Там миленький, маленький ростом, да? О, я люблю маленькие такие. А в конце игрушки еще есть. Это Ксюша. Это Ксюша. Вот приходите. Она тут с мамой и с папой, да? Мама Ира. Мама Ира и папа здесь еще работает. И папа Володя, с которым я вас знакомила в прошлый раз на площади Век. Площади питания на 4-м этаже теперь нету. Я смотрю, работает. Игрушки его открыты. Медведи. Медведи, медведи. Медведь. У него. Ругается. Говорю, а что так дорого? Спросила вещь. Ой, матерится. Говорит, юань, сейчас, дорогой. Он кричит, я сам большой хозяин. Я говорю, да я знаю. А здесь девочковый рай. Действительно рай.
девочковый рай. Да уж. Так, а это что? Это, видимо, подвешивать? Так, а что это? Не знаю. Ну все, спускаемся на второй этаж. Игрушки у нее новые, говорит, а там оптом закрыта была. Еще одна. Говорит, сделал большую распродажу. Старые игрушки продал. Приехали на второй. Сейчас, это Олег. Это Олег. Я у него брала очень много лет детское. Сейчас покажу номер лавки. Вот это второй этаж. Да. Лавка, вот такой номер. Подо мне. А, сфотать? Друзья, сейчас манеры на рынок еще работают. Иди в Китай. Товар дешево. И разница. Да. Вот у него еще один отдел. У него два отдела. Ой, футболочки какие хорошие. Сейчас посмотрим. Что ты в Венедире? Через 2 недели говорит, что будем без визы заезжать. В этом отделе у Олега верхняя одежда, джинсовые куртки, кожаные куртки, махровые, прелесть, комбинезоны, платья. Здесь на больших уже, на побольше, на подростков, толстовки, толстовки, костюмы ясельные очень много. Куртки. Здрасте. Закрыто. И мое. Лишняя одежда, футболки закрыты. Так. Тут какие-то старинные платья. Все это уже очень старые. Кепки валяются, никому не нужные. Так. Здрасте, да, я сейчас смотрю. Футболки, трико. Да. А, я у тебя покупала раньше, да. Раньше покупала. Ага. А. Так, я раньше покупала. Футболка, плюга, хайбейн. Ну, ясно. Сеси. Так, второй ряд завернули. Тоже пустота, по-моему. Так, головной убор пустой. Пусто. Дальше идем, проходим. Угу. Пусто. Здесь опять один баб развратный. Ой, чай тут все время пила. Я тоже закрыт. Полностью так. Какие-то платья по 800 рублей стоят. Угу. Здравствуйте. 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 Ой, как давно я у тебя не была. А это дай-ка я, чтобы знали люди-то. Так, вот, 269-й, и зовут, и забыла. Наташа. Наташа, это да, Наташа. У Наташи тут очень много косметики, парфюмерии, все, что вам надо. У нее есть даже для ногтей, для всего. Очень хорошая лавка, у нее всегда недорого. Раньше было дешево, теперь не знаю, так как, ну, товар, цена такая же, только юань дорогой сейчас. Так, мне подскажи, пожалуйста, крем я у вас все время брала двойной, на две части, вот такой мне надо. Так, не работает, да? Чуть-чуть попозже. Угу.
Рубашки мне не надо. Так, рубахи. Блузки, да, блузки мне не надо. Вот мне туда надо было футболочки. Вот эти футболки работают, но попозже, сказали, откроется. Не, спасибо. Здравствуйте. Спортивные костюмы, пряжа, футболки. Косметика. Опять. Здравствуйте. Да. 3 года, да, не было. 3 года. Ага. Тоже очень красивая, чтобы знали. Это мужские джинсы. Мужские джинсы, шорты. И тут тоже детская. Да, да, тоже детская. И тоже очень вещи хорошие. Да, да, да. Новые модели много, а. Футболочки новенькие, вон вижу. Да. Рынком раньше брала, они из алмаза выстраивали все. Вот. Так что, если ручки золотые, приезжайте. Здравствуйте. Так. 50 юаней какие-то кофты, ветровки. Здравствуйте. А вот они, кресла. Вот я их нашла. Это для парикмахерских же? Сейчас я вам покажу, какое мне надо кресло. Есть у вас или нет? Сейчас я покажу, какое мне надо. Для парикмахерских есть. И для салонов красоты вот. Кресла вот такие вот есть. Мойка. Столики, лампы маникюрные или какие, не знаю. Двигаемся вперед. Постельные. Штаны, спасибо. Привет. Здравствуйте. Детская, колготки. Спасибо. Так, вот я пришла. Здравствуйте, я пришла. Привет. Потеряла тебя. Вот это второй этаж. Здесь бюстгальтера Лани Мода. Людям. Чтобы... Надя. Вот она, Надя. Сюда приходите, у нее белье очень хорошего качества. Куртку-то себе. Ну, здесь опять для ваших золотых ручек. Здравствуйте. Привет. Тетки кричащие вам нужны? Парики и кричащие тетеньки вот здесь. Так, ну и все, завернула я на предпоследний ряд. Тут я была. Была. Я была. Ура, ура, говорят. Ура, какие радостные. Нос большой. Здорово. Здрасте. Сегодня ничего не надо. Ее колготки. Футболки. Толстовки. Ой, второй этаж закончился. Все, побежала на первый этаж. Все, тут все посмотрела. Нижнее белье, колготки. Те часы, которые мы искали там, они вот теперь напротив века. Мужчина кричит, он кушать предлагает. Что там у него? 1 юань. Игорь? 2, одну надо. Одну? Одну. Мне Саша подарок хочет сделать, лепешечку. Саша мне подарок. Сеси? Часы, я пошла назад в торговый центр Маньчжури, чтобы посмотреть, что есть на первом этаже. Маньчжури. Здесь детский отдел. Здравствуйте. Сколько у вас стоит? Трусики, носочки. И пошли. Вот начинается пекинская обувь. Не знаю, насколько она. Здрасте. Не знаю, насколько она пекинская, да, совки. Да. А босоножки где? Женские. На каблуках. Это все старые фасоны. А новых-то нету?
А детские маленькие на полгодика, например, нету? На 6 месяцев. Здравствуйте. 6 месяцев. Ну-ка посмотрю. Так, женские босоножки, шлепки. Кроссовки и мужская обувь. Пришла в тапки. Тапки, тапки. Ой, какие здоровые. На дачу ходите. Сувенирные кошечки круто. А вон маленькие есть, но закрыт. Детская одежда. Хозяйственные трусы, игрушки, чемоданы, лакосма, белье хорошее, так, перчатки, спортивные рюкзаки, сумки, чемоданы, белье, обувь, также обувь. Не надо вроде пока. Ну-ка. Так, это у нас хозяйственный отдел. Имя забыла, три года. Лена же, ты да. Правильно, Лена, Женя, сегодня да. Все время, три года, да, склероз. Вы сегодня приехали? Нет, я позавчера. Все, как раньше давала. Там можно мороженое делать. А как мороженое, а как мороженое-то делать? Вот это мороженое делаете. Овощи резко, ореха мелите и сок вишмака. Хорошо, слушай. И сколько же она весит? Два. Два чуть-чуть попольше. Это рукой или электрическая? Электрическая. Электрическая? Да. Ничего, потом все равно если. Так вот, ой, графинчик какой прекрасный. А это-то что? Это же не позница? Нет, а что это? Как позница, нет? Как это? Вот это? Позовари? Пароварка. А, это пароварка. Да, на пару. Можно мясо, можно жареное, можно самовар. Жарить можно? Жареное можно. Угу. Она не перегорает. Это. Угу. Это там. Шашлычница. Да. Кофеварка? Кофеварка. Кофеварка сколько у вас стоит? Кофеварка... Я рублей почти. Тапочки. Здравствуйте, дорогая моя. Подскажи, сколько тапки стоит на дачу в огород копаться? Ну, такие тапки, ага. Да, так, по чуть-чуть. Ой, вам все практически показала. Первый этаж, все работает. Даже можете не сомневаться. Видишь, забыла часы. Часы забыла, да. Можете, вот все. Все есть. Привет, Вов. Я вчера у тебя мерила, Вов. Здрасте. Не, спасибо, не надо. Сегодня в Маньчжурии жарко. Могу понять, сколько градусов здесь. Какая-то опаляющая жара. Здравствуйте. Здрасте. Кунички, ой, эти камала, видимо. Ну, прям вот опаляет. Я представляю, как, конечно, в Пекине жарко. Если здесь не столько камня, да здесь жара. А в Пекине, наверное, все 50.